Доброго времени суток, уважаемые друзья. Продолжаю дальше работать с моделью S7 от фирмы Trumpeter в 35 масштабе. Ну, как видите, примерил металлические гусеничные ленты. Все очень хорошо стало, довольно натурально и красиво смотрится. Кому интересно, в каждой гусеничной ленте по 94 трака. Примерил, как раз все стало. Траки подошли, теперь можно продолжать сборку дальше. Я посмотрел, если поставлю здесь над гусеничную полку крылья, то мне впоследствии ничего не помешает поставить траки уже на окрашенную модель. Так как с траками надо еще специально поработать, специальной жидкостью их состарить, затемнить. Видео будет отдельно поэтому. Ну а сейчас продолжаем сборку. Так вот все смотрится. Я траки пока что не соединял. Но мне очень понравились.
Собрал всю мелочевку, поставил шансовый инструмент, поставил дымовые шашки. Теперь осталось поработать с фототравлением, поставить смотровой прибор в люк мехвода, и нижняя часть корпуса полностью готова. Вот отравление буду уже ставить за кадром. Работа требует внимания. Поэтому уже покажу в следующем видео, что получилось. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч!